сменили аварийное жилье на другое, не менее опасное. Региональной прокуратурой и управлением ФСБ выявлены нарушения при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья на 2011-2013 годы. Выяснилось, что 3 дома, 1 в деревне Калиново и 2 в селе Новоталице, не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Осенью прошлого года 120 жителей Ивановского района переехали в опасные для жизни условия. Кроме того, рассказывают, что в этих домах холодно и буквально в первые же месяцы сильно просел пол. Жителям остается только ждать, что выявленные нарушения устранят. Недобросовестным малоэтажным строительством в регионе занимается фирма «Варяг». Предприятие активно работает на территории Ивановского района, реализуя контракты на крупные суммы. Не исключено, что это не последнее уголовное дело. Повторим, речь пока идет о 3 домах. Построенные 3-этажные дома имеют недопустимые характеристики по этажности, степени пожарной опасности. Указанные объекты не оборудованы автономными дымовыми пожарными извещателями, пожарной арматурой для подключения передвижной пожарной техники. В распределительных щитах не предусмотрена установка автоматических огнетушителей. 3 названных дома построены в опасности. 3 названных дома построены в опасной близости с соседними многоквартирными домами.